совершенно уверен, что никуда Россия из Армении не уйдет. Более того, я уверен, что она... Ну, что скажем, она защитит армян. Вот мы ее своим, как сказать, своим бессилием, что ли, уже не безразличие. Безразличия сегодня нет. Я согласен, потому что сегодня найдите человека, который поддерживает или поддерживал Пашиняна. Не найдете. Понимаете? Сотни тысяч людей за него голосовали, сотни тысяч людей выходили на улицы, но вы не найдете того, кто в этом признается. Сегодня стыдно поддерживать Пашиняна. Вы видели, это видео было там на прошлой неделе в Телеграме, очень показательно.